Вспомнить всех поименно. В Иванове почтили память солдат, погибших в Афганистане. В честь 25-й годовщины вывода советских войск из Афганистана состоялось вручение юбилейных медалей. Их получили близкие родственники погибших. Война закончилась давно, но воспоминания о ней будут вечно свежи в памяти сирот, оставшихся без родителей, и в сердцах матерей, потерявших своих детей. Я потеряла одного единственного сына. Дербенев Иванова Валентинович. Я всегда гордилась своим сыном. Он был очень хороший. Одним из организаторов акции выступило региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Отыскать адреса людей, потерявших своих близких в Афгане, оказалось непросто. Кто-то давно сменил место жительства, кто-то уже умер. Что делать в таких случаях, уже решено. Если родственников никого нет живых и близких, то, соответственно, эта медаль будет передана или там в школу, где он учился, или в институте, или останется в музее там, в области, в городах.